Итак, я приветствую всех. Вы смотрите канал Зазепа. Сейчас мы, убегаем после убийства Шео Цзуня, какого-то. Вот. Спорта, который он решил подпалить после убийства одного из начальников. Так, ты же угрозы не представляешь мне, да? Хорошо. Дополнительные задания есть какие-нибудь, нет? Просто бежать отсюда, да? Как можно быстрее. Вот проблем. Проблем. Ну, просто спидран такой. Видите, быстрые ноги ничего не боятся. Ну, не собрать ее просто не мог. Чего? Идти на скорость, да. Было прикольно, если здесь еще какой-нибудь тайминг был. Вообще. Не-не-не-не. Сейчас одежду подпалим себе. Так, нажмите контр, выполните атаку. Мне просто так вот больше нравится. Просто вырезаем их всех. А чё ты хочешь? Как-то так. Не будем тупить, не будем тормозить. Вообще по-быстрому пройдем. Надеюсь. Да. Считай. Хоть какие-то спецэффекты. Так, бежим, 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 бежим отсюда. То есть все горит, все взрывается. Так, нету времени думать. Бил и забыл. Так, чё вы стоите, блин, плывайте отсюда. Еще тоже, мало ли, взорветесь. Здесь, походу, так и надо. Спид-каточка. Здесь я там ничего не пропустил. Интересного. Санта-Моника. Санта-Барбарика. Давай! Тормозил я. Ну, здесь без тайминга по времени, но тупить не стоит. А то сгоришь нафиг. Поджаришься. Поджаренный пердак у тебя будет. Прыгай ты в воду, чё ты, как не родной. А, я обязан достать. Ух. Фух. Прыжок веры. Быстренько. Не. Да шо ж ты? Нет, ты серьезно сейчас? Знаю, мне показалось, что здесь что-то интересное есть. Собрали бонус.
Бегом. Бегом, 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 бегом. Да у меня нету времени сражаться с вами. Мать моя женщина, бежим отсюда. Да чё она не хочет по этому доку бежать? Так, надеюсь, сейчас через всех этих бугаёв не надо будет пробегать. Так, а нафиг он мне сдался? Ясно, понятно. Боже, как-то так мне это надо пройти, да? Быстренько, быстренько, скоренько, скоренько. Да, вот так это и проходится. Так, главное не тупить. Сказала не тупить. С огнем шутки плохи. Нормально. Сойдет и так, да? Чё, она не скажет даже одну из своих эпичных фраз? Ну, спалили док. Молодец. Решился, прибыли полностью. Ради одного человека. Сверхбыстрый. Так, и время. Блин, на быстрый хотя бы. Или это уже считается как неторопливый. Зато я все бонусы собрал. Следующее воспоминание. Давай. Сестренка, ты не виновата в том, что случилось с Макао. Порт сжег тигр Тюдзи. Он известен своей жестокостью. Мы называем его демоном. Демон. Я знаю, но мы стали причиной этого безумия. Мы и моя жажда мести. Я предупреждал тебя об этом, Тюдзи. Я знаю, что твое желание отомстить не расходится с целями братства. Но нельзя думать только о мести. Магистр Эцио сказал мне то же самое. Он мудрец, без сомнения, в отличие от наших следующей целей Вейбиня. Змей. Кто уничтожил наше братство, правая рука Джан Юна. Да, Вейбинь приведет нас к нему. Но риск очень велик. Я не знаю, что мы способны. На что мы способны. Им нужна шкатулка и секреты, которые она хранит. Вэй, Биню, ты пойдешь одна. Я знаю человека, который, возможно, поможет нам. Заметили, что все время как-то братство то распадается, то собирается, то распадается. Это они там нерушимые одни. Хорошо, учитель, я отыщу тебя, когда убью Бэй Виня и узнаю, что Джан... Джити Чан, короче, что-то там. Ладно, ну, серия, конечно же, получилась не особо большая. Ну, зато интересно. Так что спасибо, что смотрели. С вами был Зазепа. Лайк, подписка с короля обязательно. Всего хорошего, пока.